Еще одно доброе утро. Сегодня у меня вот в этой бордовой тенюшке вырисовалось дно. Девочки, вчера в одной тенюшке, сегодня в другой. Боже, как же это приятно. Что-то я немного подсела на свою магнитную палетку. С одной стороны, я этому очень рада. Мои тенюшки немножко будут сдвигаться. Но с другой стороны, все-таки надо чередовать всю косметику, которая есть. Ну что, месяц подходит к концу. Скоро будем подводить проекты. Поэтому все чаще и чаще использую свои люксовые помадки. И сегодня иду выгуливать помадку от Clarins. В названии Love Pop номер 13. Девочки, они малютки, но они такие долгоиграющие, что их закончить, ну реально, реально невозможно. Надеюсь, вот у меня здесь есть, видите, вот, отметочка, как бы, да, когда я об тетрадку их мерила. Буду надеяться, хоть что они хоть чуть-чуть подсократились. Но, конечно, с таким количеством помад что-то очень сложно закончить даже в течение года. Это вот наше зимнее море. Вот так вот наворачивают волны. У кого сугробы снега, а у нас сугробы песка. Уровень моря поднялся. Очень ветрено. Но тут у нас любители. Есть пару человек. Но хотя я хочу сказать, что кое-что в это море зайти. Надо иметь силу воли. Вот это наши южные сугробы. Есть! Какие дай, хорошо. Они на вид вышла. О, немножко солнышко вышло. Если бы не ветер, была бы шикарная погода, а так дует и холодно. Они вы попадете в них, они упадут в воду. Походили сегодня по магазину, посмотрели разные интересные украшения к Новому году и тоже захотелось праздника. Поэтому сейчас идем уже по другим магазинам с помадкой от Urban Decay в названии Heat Metallized. Реально вот такое вот праздничное, припраздничное настроение, как какая-то гирлянда или елочная игрушка. Она также участвует у меня в проекте. Вот видите, отметочка, тетрадочка у меня тут была. Почему-то они у меня все, да, как говорится, пострадали при замерке. Но, тем не менее, думаю, хоть, ну, чуть-чуть, хотя бы на пол клеточки, что я ее сократила, так как, ну да, пользовался ей, в принципе, немало раз. 18 декабря 2021 года. Варим варенье с клубнички. Немного утепляемся, так как у нас на улице сегодня уже плюс 11. Для нас это холодно. Но используем такие вот светлые, приятные тенюшки от Patrice Lido в номере 08. Девочки, они очень нежные. Вообще шелковистые. Наносятся в одно движение. Я ими пользовалась уже не раз. И смотрите, практически новенькие, да, видно небольшие углубления, но из-за того, что они очень быстро передают свой цвет, как бы много в них и не ковыряешь. Погода шепчет, но работу никто не отменял. Поэтому иду на вечернюю работу с помадкой от Bobbi Brown в названии Tawny Pink 10. Кстати говоря, недавно видела у девочек в ролике такую же помаду, только в другом оформлении. То есть то же самое название, только в золотистом футляре. Интересно, какая из этих помадок была раньше? Наверное, все-таки это более старый вариант, а в золотистом более новый. Но цвет точь-в-точь. Ну, раз радуга двойная, то и желание должно сбыться в два раза более масштабно. У нас сегодня намечается ураган.
сильным дождем и ветром, но, к сожалению, из-за этого никто не отменяет работу, ни сады и ни школы, поэтому приходится собираться. Иду сегодня вот с такой вот моей тенюшкой от Джейд. Девочки, она у меня уже живет в коллекции годами, и все никак, никак ее не закончить, так как пользуюсь ей только, да, как бы, скажем так, зимой, а зимы у нас маловато, слава богу, поэтому тенюшка у меня будет, живет и, наверное, еще долго-долго будет жить в моей коллекции. Лёля, ты это все? Зима, зимушка, зима. Пошел играть. Смотри, какой ливень. Барат, Лёля, цвет бенатаем. Сегодня я решила использовать сладкую парочку от Vivien Sabo. Один карандашик в номере 04, а второй в номере 05. Вот этот туркиз у меня уже довольно давно. Обожаем пользоваться. И моя новиночка в таком васильковом цвете. Также сейчас тестирую. Попку этого карандаша я еще не снимала. Не знаю, как он будет продвигаться, хотя здесь отлично продвигается. И у меня где-то уже, где-то вот так вот закончился карандашик. Выдержать день бюрократических процедур — это не так уже легко. Но я с этим справилась. Теперь решила пойти снять стресс по магазинам с помадкой от Clinique вместе с Marie Meco в названии 04 Beige Pop. Это такой очень красивый нюдово-розоватый оттенок. Кстати говоря, те, кто хотят такой оттенок, не надо обязательно покупать Clinique. Vivien Sabo есть очень-при-очень похожий цвет. В номере 04 называется Merci. Сегодня я решила накраситься вот такими вот тенюшками от Фарес в номере 11, девочки. Боже, до чего же они классные. Они очень и очень пигментированные. Видно даже немножечко ямочки уже. Настолько я их использовала. Очень красивые. Можно их использовать и как в паре, и как индивидуально. Отлично выглядит на глазах. Вот этот вот коричневый, он вообще у него какая-то вот как дымка такая интересная есть. Вот интересно, сколько у меня есть коричневых теней, и ни одна из них не похожа друг на друга. Моя зимняя помада от Clinique в названии 02 Sugar Bean с линейки Soft Shine. Девочки, моя зимняя помада, которую уже пытаюсь второй или третий год добить, и все никак. И я чувствую, что скоро мы возьмем ее еще в проект, еще на год. Так как у нас как бы зимы мало, а когда зима, я уже про нее и забываю. Хотя сейчас она мне очень подходит в мою линейку люксовых помад. Я решила вернуться к моему карандашику от фирмы Caroline в номере 106 Glitter Turquoise. Девочки, раньше я им пользовалась очень много, и как стрелку, и как наводную линию. Но с появлением Vivien Sabo что-то я его забросила, поэтому решила опять к нему немножечко вернуться, да, и получить от него удовольствие. Кстати говоря, этот карандаш я проталкиваю, то есть его длина — это не столько, сколько внутри осталось самого грифеля.